Надо валить. Эй, Славик! Не успел тебя повторить. Да, да, а я не знал, что это ты. Я только увидел тебя. We won the match. В последний момент. Ну вот разведчиком еще как-то можно играть в последнее время. Не, у меня, видимо, рассинхрон мощный. Поэтому я... А, может быть. Меня убивает. Быстро. Слушай, я вот на видео смотрю, которое ты записывал, где мы с тобой играем. Я смотрю, ты меня как будто стоячего стреляешь. А, видел, да, даже... ты... да? Да, 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 есть такие моменты. Видимо... Я вообще даже не отстреливаюсь, ничего. Для тебя как легкая мишень. Ну да, бывает такое. Видимо, поэтому я не проигрываю. Ну вот сейчас я сыграл плохо. Тоже как будто рассинхрон. Где-то мне кажется, что я уже убежал, а меня убивают. 4-5. Вот у меня так же. Ну да, да. То, что я замечаю, стрелять, раз перестал стрелять, он только потом падает. Ну да. Я же слышал, узнал, что он сзади зайдет. Не успел я.
летуна. Так. Исом зашел. Проиграли. Долго бежал. Ага. Далеко родился? Ну да. Я видел, что они наверху. Бежал туда, чтобы вернуться. А Тисом у нас в отряде был, да? Нет, не было. Тисом был? Тисом у нас в отряде? Был. Я помню. Запомнил таким характером. Не-не-не. Этого не было у нас точно, Слав. Да был. В этой фестине ленты, в этом, в моем. Я что-то даже не помню. Мы с ним, когда играем, попадаемся вот так вот в игре, а то редко, чтобы мы друг за друга, чтобы вдвоем. В одном этом отряде. Давай, сожри его. They mobilized a recon aircraft. Ох ты, блин, да? Семь-семь. Фирм что-то плохо сыграл. А мы его Тисом читаем, а у него может как-нибудь по-другому, Мисом какой-нибудь. Наверное.
Не, подожди, у него Т первая, да. ТИС. М в конце у него видим все-таки. Я себе, видишь, каску сделал такую. Под автомат. Красный морды. Ага. Тебя нету? Сейчас. Да побегаю с этим. С наемником, поприкалываюсь. И охраняемый. Смотри, хорошее место. Ага. Мрагер меня перестрелял. Да, мрагер хорошая пушка. Подшкварил я немножечко. Ну вот, теперь мы победили. Да. We won the match! Ну, я бы не сказал бы, что указка меня сейчас сильно выручала. Был такой, что я прям, блин, ну, прям по вам вожу, а... Тебя как-то быстрее я ей убивал сейчас. Вот, допустим, ты рядом был с этим, с Тисмом, с этим. Провел по вам обоим, ну, в принципе, одинаково. Я даже думал, я даже уже ожидал, что сейчас он первым скрючится. А получилось так, что... получилось так, что нет, тебя первого убил. Потом по нему еще пришлось поводить, поводить, поводить. У него... Да надо посмотреть, по-моему, у него не было никаких там якаев, никаких этих несетей. Зачем на БСВ вот это ядро? Кто мне скажет? На БСВ высокая мощь. Ядро. Давай, поймай. Ага. А, да, у него этот стоит. Якай. Или как он? Несет.
победили. 2-4. Ну, нас было больше, получается, да? Ну, да. Нас все-таки трое.